Ребят, всем привет! Мы, Привет. конечно же, опять в лесу. У нас сегодня 12 число, 12 июня, и мы вместо того, чтобы праздновать день нашей страны... Вечером пойдем праздновать. Ну, вечером мы отметим это день страны. День России. Ну, День России мы будем отмечать сегодня грибами жареными. Да. Вот. А именно лисичками. Да. Мы приехали в новое для себя место. Нас сегодня четверо. Мы сегодня приехали, я, Настя, с нами Майя и ее мама. Мы приехали в новый для себя лес, мы сделали геолокацию, точку отметили, где машина наша стоит, где наши машины стоят. Мы разделились подвое и ушли в разные стороны гор. Вот, ну, что хочу сказать. Начало было, конечно, весьма печально, потому что на улице было жарко. Все эти дни, 3 дня назад, был кратковременный дождь, но он особо... погоды нам не сделал. Но что хочу сказать. Начало положено. Мы нашли все-таки то, что хотели. Мы нашли лисички и еще немножко других грибов. Вот, начало положено. Десяток хромых лисичек. Но сочных и вкусных. Пара бабков. В моей корзиночке тоже немножко пополнилось. У меня тут и лисичка. На пробу я взяла сегодня грузди, подмолочник. Будем мариновать или солить, что-то делать. И немножко попадаются классные вот такие вот сыроеги. Зеленые. Одна из самых вкусных сыроег. Это сыроежка чешуйчатая или зеленковатая, как там ее правильно называют, точно не скажу. Но сыроежки, тем не менее, чистенькие. А лиса тем более. Начало положено, донышко закрыли. Идем дальше. Идем. Нам сегодня повезет? Я думаю, нам сегодня повезет, да, Настя? Да. Все, валим. Вот эта находка меня вообще порадовала очень сильно. Я нашла первый за сегодня настоящий белый гриб. Ура! Смотрите, ребята, давайте его аккуратненько сейчас выкрутим. Он немножко лопнул, потому что, видимо, от влаги не хватило ему. В мху такой красивый. Ой, ну бочонок. Смотрите. Чистейший. Лопнул чуть-чуть. Ну... А под шляпкой, смотри, какая красота. Да, чистейший. Дай, под шляпкой. Не, не видно. О, вот так вот, да. Беленький, красивенький. Ой, сейчас я его почищу. Слушайте, ну надо здесь все проверить, потому что я думаю, что он здесь все же не один. Он прям хрустит, ребята. Этот звук просто не передать. Ох. Ой, я могу нюхать это вечно. Ну все, класс. Хоть бы не один тут. Давайте еще искать. Класс, все. Кладем. Раскрываем кустики. Смотрите. И срезаем. Здесь она достаточно большая и уже желтая. Потому что она тянется к солнышку. Здесь очень влажно в этом овраге. И она... достаточно сочная. Что могу сказать? Здесь рядом лесовозная дорога идет, и вся влага, которая сконцентрирована на дороге, видимо, подпитывает эти грибы. Поэтому мы сейчас, вот такой вот у нас ориентир, мы идем недалеко от лесовозной дороги, где достаточно влажно, и находим здесь грибы. Они под толстым слоем листвы опавшие, поэтому тянутся, и как видите, они прям как стаканчики, они тянутся вверх, они желтеют, их уже, в принципе, ну, таким натруженным глазом заметить можно. Есть и взрослые экземпляры, есть и молоденькие совсем попадаются. То есть здесь им влаги хватает. Достаточно просто заметить какой-то желтый краешек в траве, присаживайся, и просто надо аккуратно поворачиваться, чтобы их не повредить своими сапогами. Лисичка есть, сейчас забьем в свои емкости. У нас еще впереди здесь много нехоженных горок. Как я понимаю, здесь лес вообще давно не посещали грибники, так что заехали мы весьма удачно сюда. Поэтому забиваем корзинки. Ух, класс! Да, и у Насти тоже попалась лиса. Шикарные бокалы. Видите, одна бледная, одна желтая. Здорово. Ой,
Ой, еще одна. Ой, пропустила. А большая какая, держи нож. А, я сейчас так потом обрежу. О, две. Класс. И вот как видите, вот там у нас глубокий сырой овраг. Мы сейчас на горке находимся. Вокруг тоже получается у нас там вообще лужа воды. Вот там вот за той горкой идет одна лесовозная дорога. И вот там тоже вторая. Наш ориентир — это дороги лесовозные. Там, где скапливается вода. Около этой воды есть грибы. Все, едем дальше. В этом месте она совсем белая и даже немножко подсушенная. Поднимемся выше. Так, это в корзинку. Идем выше. Вот экземплярчик стоит. Проверим его. Ничего такой. Идем выше. Ох, я здесь даже под корягой заметила. Ой, красота. Тут два. Угу. Два шикардосика. А здесь три или четыре, наверное. Сейчас срежем, проверим. Сочные такие, шикарные. Так, и идем выше, не отрывая камеру. Срезаем на моей полянке грибы. Смотрите, какие классные. Вот этот вообще огроменный, прям толстоногий такой гриб. Кнопочка здесь покрупнее. И смотрите, видите, получается, сейчас я срежу и покажу, какое кольцо получилось. Как вот гименофор этот рассыпался у них, когда они спорили. Так, они и выросли. Это завершающий. Тут три штуки получилось. Угу, три штучки. Вот смотрите, получается... Так вот, вот так. И возвращаемся к моей корзинке. Здорово! Такие кучки, такие полянки меня очень радуют. Класс. Огромнейшие валуи. Смотрите, какие по сравнению с моей ладонью. И прям тут их вон целая семья. И там дальше. Вот еще вот один какой красивый стоит. Дальше идет. Так, это валуй. Тут тоже валуи. Это подмолочник. Млечник, молочай. Мы по-разному его зовем. А тут у нас... Что тут у нас происходит? Анастасия. Да. Вы что, нашли лису? Да. Нет, вы только посмотрите, у нее и в корзине уже. И там полянка. И там, и там. О! Да. О! О, мои глаза. Смотрите, ребята, вот там лисички, плохо видно. Вон тут, вот тут, вот тут. И вот тут тоже. Ой, батюшки. Поздравляю. Спасибо. Режь. Режу. Режь. Пойду я тут рядышком похожу. Я счастливая. Класс. Я должна запечатлить. Ой, какие же они тут красивые. Угу. Молодец, нашла. Ребят, время 10 утра. У нас такого еще не было, чтобы мы к 10 уже столько много набрали. Гриб есть, гриб трудовой, потому что мы находимся на нереальной высоте. Прям гора такая крутая, здесь немножко даже закладывает уши. Здесь сухо, но тем не менее грибы ползут от влаги по склону вверх-вверх. Гриб есть, и это классно. Сейчас немножко перекурим и идем дальше. Вот мы шли-шли и смотрим, упало дерево. Дуб. Запах от этого дерева очень сильный, очень такой баней пахнет. А под ним были несколько лисичек, но Кристина их уже сорвала. А теперь я отсюда вижу лисички вон там. И я за ними пошла. Я их тоже вижу, они вон под тем деревом. Так,
Берем корзиночки наши. Да. И берем. И рюкзак не забудь свой. Спасибо. Я могу забыть. Я сейчас обойду с этой стороны и тоже к тебе приду. О, я пока к тебе иду, я тоже нашла одну. Ой, полезай ко мне в кузовок. Лиса. Лисы хитрые какие сегодня у нас. Ой. Вот. Вот так шикарные вот спрятались. Но они уже такие рыжие, что их прям хорошо видно. Да. Ну, и вон еще, смотри, вон там. Вон я вот тебя вижу. Вон. Ага, увидела? Ага. Ну, вот я тут? Иду, да, их срывать. Угу. А ты их видела? Нет. Значит, это мои. Значит, я иду их резать. Ай, класс. Люди, я нашла самые большие, самые красивые две лисы. Ура! Сегодня они самые красивые. О, и вон еще рядышком. И у тебя еще возле корзинки ты увидела, да? Ага. Ой, классные. Какие красивые. Это, наверное, самые большие, которые сегодня. О, жирные, вот. Да. Шикарно, шикарно. Не грибы, а плюшки. Да. Да, погляжу на твои. О, о, какие красотули. Ой. Какие они рыженькие. Ой, красавица просто. Все, не грибалка, а мечта сегодня. Да. Я балдею. Я счастлива. Все, счастлива? Да. Что будешь делать с лисичек? Ну, пожарю. В первую очередь. Да. Надо отведать. Посмотрим. Так. Ой, что нашла, смотрите, прямо на дорожке. Кошечка. Где? Вот она. Маленькая. Где ты ее? О, привет! Ага. О, ага. Здрасте. Ну, дёру даст. И где ты? Слушай, она такая, это не вижу ее. Вот она. А, вот. Возле грибочка сидит. Здорово. О, коза. Не хочет она по зиму. Так, я вижу у тебя там еще 4 штучки мелких, да. А ну, ты, а самое, там что? Самое главное, что вот те вот грибочки были не самые большие, которые мы сегодня нашли. О-о-о-о-о-о. Иди, срывай. Вот тут целая полянка. Срывай полянка. Я сейчас вот вам покажу самую большую, которую мы сегодня нашли. Показывай. И вот там вот рядышком вижу. Да. Смотрите, да. Какие поляны. Ой. Шикарно. Вот это полянки, так полянки. Угу. Класс. Моему счастью нету предела. Наконец-то я вижу корзинку полной. Да. Там внизу какой-то он еще гриб стоит. Ты видела? Это валуй, наверное? Да, там два. Ой, там мне или мне уже глаза подводят меня, или там где-то еще на бугре я вижу лисички. Там. Видите, мы ходим по оврагам, и вот по таким горкам, вот по таким мы находим грибы. Не, кстати, не сказать, что тяжело, просто жарко. И на склонах. И на ровной поверхности, и возле воды, и где сухо. Короче, везде. Да везде есть. Ну, как не массово прям так, чтобы идешь и ногами наступаешь. А семейками, да. И брать их поэтому очень даже здорово. Когда ты берешь и не один. Ну да, вон еще. Вот еще один. А вы знаете, с нами еще кто-то сзади ходит. И это явно не Майя с мамой. Потому что там мужской голос. Мы здесь не одни. А паутины сколько? Противная зараза. Да. А зашли мы, кстати, далеко. Ну, я точно знаю, что нам вот в ту сторону куда-то, да, туда идти. А туда. Я еще по компасу засекла, куда, да, надо идти. Ну, я засекла на геометке, если что там. О, я отсюда вижу лисичку, вот там на склоне. Вон там желтеет. Мой зоркий глаз. Зрение меня не подвело. Потому что, ой, обрыв такой, потому что раз, два, три, четыре, смотрите, раз, кучка, потом два, потом вот три, ой, вот еще, и еще, и вот, ура, ура, вы это видели? Сейчас я вам покажу кое-что интересное.
О, смотрите, полянка какая. Класс. И вон там еще под кустиком спрятались. Вот такие вот полукольца. Кольца и полукольца я просто обожаю. Все, садимся, чикаем. Просто кайф. А, наверное, мы сейчас идем выгружаться, потому что прям уже тяжело-тяжело нести. Вот моя одна корзинка. Тут внизу пакет у меня на руке полный. Лисичек передавливает. У Насти еще тоже корзинка. Уже полная корзинка. И, кстати, да, лисички красят руки. Руки желтые прям вообще. Видите? Это отъест только отмоет только пемза. Но это уже дома, когда переработаем грибы. Так душно, перед дождем еще парит. Но грибам это на самом деле самая комфортная температура и духота, только и на пользу. Есть грибы, грибов полно. Кто говорит, что грибов нет, у нас есть всегда. Классно. Все, идем выгружаться. Ну все, ребят, мы выгрузились. Уловы у всех хорошие. Мы встретились с Майей. Маму мы оставили на машине, потому что когда мы пришли, мы нашли Майю, а мамы там не было. Мы поели, посидели, подождали маму. И тут к нам подъезжает тачка. А в машине товарищ полицейский вместе с мамой. Мама, оказывается, заблудилась. Недолго думая, позвонила в 112. Те позвонили в полицию. В общем, маму успешно доставили к нам сюда на место в патрульной машине. Поэтому мама сейчас там осталась. Заполняет акт. Сейчас туда приедут на место МЧСовцы и службы всяких вот этих организаций. Поэтому мы решили... Мы еще немножко погуляем, потому что мы хоть как-то ориентируемся. А мама пускай сидит, больше с нами не пойдет. Мы идем на второй заход. Погнали. Началось наше турне сегодняшнее, в День России. Мы отметили его в лесу. Смотрите, какие шикарные уловы. Нам сегодня просто повезло. Лисичковый вообще сезон открыт. Наши души рады. Развернулись, не хотят сворачиваться. Если вам это видео понравилось, наши сборы тоже вам понравились, ставьте на видео лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще будет только самое интересное. Всем пока! Пока!